Здравствуйте. В эфире программа «Будьте здоровы» и я ее ведущая Ирина Заикина. В сегодняшней программе мы поговорим о плановой диспансеризации. В настоящее время существует обследование, проходить которое нужно каждому человеку. Диспансеризации подлежит вся возрастная категория с 1931 года и плюс каждые 3 года. Международному дню сердца, который во всем мире отмечают 29 сентября, был посвящен День открытых дверей в городской больнице. Сердце, наверное, мы больше эксплуатируем, чем любим. Хорошо известно, что благодаря правильному уходу за полостью рта снижается риск стоматологических заболеваний у взрослых и особенно у детей. При этом подбор средств по уходу индивидуален. Правильный выбор зубной пасты, зубной щетки помогает решить ту или иную стоматологическую проблему. По утверждению медиков, не стоит недооценивать роль плановой диспансеризации. Ведь только специалист может выявить заболевание тогда, когда вы его еще не чувствуете и не ощущаете никаких симптомов. Какие же обследования нужно пройти, чтобы определить свою группу здоровья? Диспансеризацию предлагают пройти взрослому населению страны, начиная с 18 лет. Каждому человеку раз в 3 года. Медики и ученые посчитали, что упор необходимо сделать именно на те обследования, которые позволяют предотвратить развитие наиболее опасных заболеваний. Все заболевания сейчас протекают в клинически стертой форме. Та же онкология кишечника, желудка, гинекология. Оно все практически, больной его не ощущает. А заболевания эти выявляются вот именно в диспансерных осмотрах. Диспансеризации подлежит вся возрастная категория с 1931 года. И плюс каждые 3 года, то есть 31 год рождения, 34, 37 и так далее. Диспансеризация начинается с обращения пациента на прием к участковому врачу-терапевту или в отделение профосмотра в городской больнице и проводится в 2 этапа. Что там проводится? Антропометрическое обследование. Это рост, измерение веса, вычисление индекса массы тела. Проводится анкетирование пациента, его согласие на проведение диспансеризации. Первый этап включает у нас что? Клинические анализы крови, это общий анализ крови, мочи, естественно, биохимический анализ крови. Анализы крови отличаются не только процедурой проведения, но и той информацией, которую они предоставляют врачу. С их помощью можно диагностировать многие проблемы здоровья. Они отражают любые негативные изменения в организме. Сдаются анализы утром с 8 до 10 часов. Конкретно наш кабинет работает с 8 до полдесятого. Сдаются анализы натощак. Желательно вечером легкий ужин, нежирный. Исключить алкоголь и курение за час до сдачи анализа. Также мы их принимаем по субботам специально для работающих в населении. Отведено время с 8 до полдесятого. Они приходят и сдают все анализы. В лаборатории городской больницы используются удобные и безопасные одноразовые системы забора крови в экотейнеры. Каждая пробирочка имеет, значит, определенное количество, где 9 мл, где 2 и 3 и так далее. Значит, вакуумом набирается кровь определенное количество, и еще каждая пробирка имеет свою цветовую гамму. То есть какой анализ, мы уже не перепутаем. Почему же сдавать кровь на анализ нужно именно утром? Время приема анализов не нами придумано. Вот часто спрашивают, что вы не можете до 12 принимать анализы. Хочу сразу объяснить. Вот нормы, показатели нормальных величин того или иного показателя, они предусматривают, что человек сдал кровь до, даже до 9 часов утра. Это касается биохимических показателей. Какая норма глюкозы у человека в 11 часов, никто не выяснял. Поэтому мы рекомендуем сдавать анализы с 8 до половины 10. При этом общий и биохимический анализ возможно провести при однократном заборе крови. Когда пациент приходит с 2 направлениями, то есть это забор крови и из пальца, и из вены, мы стараемся делать 1 прокол и брать все из вены. То есть это допускается, и пациенту очень комфортно, что он делает 1 прокол. Общие виды обследования предполагаются для всех возрастных групп. Чем старше человек, тем шире спектр предлагаемых видов обследования. Например, с 36 лет полагается снятие электрокардиограммы. 51 года – консультация невролога, а женщины старше 39 лет проходят маммографическое исследование. Задача первого этапа диспансеризации – выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Такие как миомы, кисты печени, почек, диффузные изменения печени, почек. Некоторые пациенты у нас впервые в жизни узнают о своих диагнозах. И, к счастью, вот с марта 2015 года онкологических пациентов у нас при диспансеризации на УЗИ выявлено не было. В
Второй этап диспансеризации проводится по показаниям, которые выявлены на первом этапе. Пациенты направляются для дополнительного обследования и консультаций узких специалистов. Объем исследований в данном случае также зависит от возраста и пола. Результаты у нас диспансеризации, они у нас как бы распределяются в три группы здоровья. Первая группа – это абсолютно здоровые люди, в которых она заканчивается первым этапом диспансеризации. То есть им дается, проводится краткое консультирование. Там рекомендации, здоровый образ жизни, занятия физкультурой, диета какая-то. Вторая группа в результате первого этапа. Вторая группа населения – это те пациенты, у которых имеются какие-то факторы риска. Вот, например, повышенный уровень глюкозы, да? Естественно, отправляется на второй этап, где проводится гликемический профиль, консультация эндокринолога и делается нагрузка с глюкозой. К третьей группе здоровья относятся лица, которые уже имеют какое-либо хроническое заболевание и нуждаются в постановке на диспансерный учет, а значит и в периодических осмотрах, и в пристальном внимании врачей. 70-60% – это вторая группа населения, которая вот имеет факторы риска и нуждается в дообследовании. Диспансеризация – это выход из многих еще только заявляющих о себе проблем. Поэтому врачи рекомендуют не откладывать поход в поликлинику и необходимые исследования. К тому же все анализы и прием узких специалистов бесплатны. Те, кто по этим возрастам еще не посетил поликлинику, обращайтесь в 21-й кабинет, прямо туда проходим. Там всегда работает медсестра, она вам выдаст весь пакет документов нужных или в отделении профилактических осмотров, и даже к любому терапевту. Даже если вас ничего не беспокоит, лучше провести плановое обследование и быть уверенным в своем здоровье или вовремя начать лечить только развивающиеся болезни. Ваше здоровье в ваших руках. Миллионы людей в мире страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к летальному исходу. Масштабы их таковы, что вызывают серьезную обеспокоенность медиков. Начиная с 1999 года отмечается Всемирный день сердца, который призван обратить внимание человека на проблемы с сердцем. Сердцу необходимо постоянное внимание. Любой сигнал, даже не сопровождающийся болью, нельзя пропускать. И обращаться к кардиологу необходимо при малейших признаках неполадок в работе сердца. Сердце, наверное, мы больше эксплуатируем, чем любим. Засоряя сосуды сердца, употребляя жирную пищу, алкоголь, курение. В рамках Всемирного дня сердца, который прошел 29 сентября, городская больница провела ряд мероприятий, направленных на предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. В этот день любой желающий мог проконсультироваться у врача-кардиолога, сделать кардиограмму, проверить свое давление. Сердце – один из главных органов в нашем организме, поэтому, вы знаете, надо его беречь и раз в год проверяться. Уже в результате такого простого обследования можно выявить симптомы нарушений сердечной деятельности. Я бы и не знала, у меня обычно 120, а тут почти 160. Общей чертой всех сердечно-сосудистых заболеваний является их бессимптомное начало и быстро прогрессирующий характер. Заболевания сердечно-сосудистой системы в большинстве случаев не проявляются. Поэтому необходимость возникает в регулярном измерении артериального давления, регулярном посещении лечащего врача, обязательно прохождение обязательной диспансеризации, где выявляются возможности начала заболевания сердечно-сосудистой системы. Измеряю давление утром, вечером, пью лекарства. С возрастом риск возникновения заболеваний сердца растет. Однако медики отмечают, что этот возраст постоянно изменяется, и все чаще сердечно-сосудистые заболевания молодеют. После 40 всем надо раз в год проходить ЭКГ и посещать врача, терапевта, кардиолога, так как в наш сумасшедший век технологий, стрессов, инфаркты помолодели, поэтому надо уделять больше себе внимания, своему здоровью. Наряду с наследственностью и естественным процессом старения существуют факторы риска, на которые человек в силах повлиять. Как минимум половина всех болезней сердца можно избежать без всяких таблеток, утверждают кардиологи. Активный образ жизни, снижение веса, отказ от вредных привычек. Плюс профилактические визиты к врачу-кардиологу хотя бы один раз в год. Для выявления сердечно-сосудистых заболеваний необходимы обследования, во-первых, измерение артериального давления, проведение электрокардиографического исследования, электроэхокардиографического исследования, холтеровского мониторирования ЭКГ. Это у нас проводится в нашей городской больнице.
Разновидностей сердечно-сосудистых заболеваний много, и все протекают по-разному. Но в каждом случае, чем более раннюю стадию болезни выявит врач-кардиолог, тем легче, безопаснее и с меньшим количеством медикаментов пройдет лечение. В своих советах медики единодушны. Никогда не поздно бросить вредные привычки и заняться собственным здоровьем. Ваше сердце в ваших руках. Будьте здоровы! Не забывайте также про физическую активность, позитивный настрой, правильное питание и регулярные осмотры у кардиолога, чтобы быть уверенным в том, что сердечно-сосудистые заболевания обойдут вас стороной. Сегодня сложно найти человека, который за всю свою жизнь ни разу не обращался бы к стоматологу. Повезло тем, для кого визиты к этому врачу носят профилактический характер. Однако большинству приходится постоянно лечить свои зубы, чтобы не лишиться их совсем. Об имеющихся сегодня средствах профилактики расскажут специалисты стоматологической поликлиники. По данным Всемирной организации здравоохранения, кариес и патология твердых тканей зубов являются самыми распространенными заболеваниями на земном шаре. Ими страдают до 80% детей школьного возраста и до 98-100% взрослого населения планеты. К основным причинам возникновения той или иной патологии полости рта, твердых тканей зубов, заболеваний слизистой оболочки полости рта относятся нерациональный характер питания, большое количество углеводосодержащей, рафинированной, мягкой пищи в рационе современного человека, вредные привычки, курение, алкоголизм, наличие общих соматических заболеваний. Первопричиной же всех стоматологических заболеваний, и это уже доказанный факт, является возникновение мягкого зубного налета, который в конечном итоге приводит к деминерализации зубов и возникновению воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта. Кариес зубов по международной классификации – это процесс деминерализации зубов и эмали зубов, который связан и появляется после прорезывания зуба. Таким образом, на первое место выходит профилактика стоматологических заболеваний. К основным способам и средствам профилактики относится индивидуальная профилактика, которая осуществляется непосредственно самим человеком, и методы групповой профилактики, которые позволяют предотвратить возникновение той или иной соматической патологии. К индивидуальной профилактике относится в первую очередь правильная гигиена полости рта. Она осуществляется с помощью зубных паст, ополаскивателей, зубных щеток и средств для дополнительного и вспомогательного ухода, ирригаторов, зубных ёршиков, зубных нитей, скребков для очищения поверхности языка и боковых поверхностей щек. Все они широко представлены на современном рынке. При этом подбор средств для ухода за полостью рта индивидуален. Он зависит от возраста, состояния зубов и пародонта и подбирается врачом-стоматологом индивидуально для каждого пациента. В принципе, подбор остается одинаковыми для всех. То есть правильный выбор зубной пасты, зубной щетки помогает решить ту или иную стоматологическую проблему. Обучение же основным правилам по уходу за полостью рта необходимо начинать с самого раннего детского возраста. То есть появились первые зубки, начинать нужно чистить. Как я вам говорила, стерильным бинтиком или продаются специальные силиконовые щеточки. То есть приучать ребенка сначала без пасты, потом уже, когда ребенок уже начинает уже понимать, уже с пастой. Здоровье зубов во многом зависит от простых правил. Советы, как правильно чистить зубы, дает детский зубной врач Юлия Насырова. Начинаем с верхней челюсти. На верхней челюсти от десны к низу, то есть такими вот движениями выметающими. Такими вот. Затем переходим на нёбную сторону, тоже такими же выметающими движениями. Каждый зуб. Это где-то 2-3 минуты. Затем вычищаем жевательную поверхность. Затем переходим на нижнюю челюсть. Такими же выметающими движениями от десны к низу, к верху. Такими вот движениями. Каждый зуб. Мягкие зубные отложения скапливаются также на поверхности языка и боковой поверхности щек. Поэтому недостаточно просто почистить зубы. Язык требует тоже дополнительного ухода. Все современные зубные щетки оснащены подушечками для чистки языка. Она, как правило, располагается с задней поверхности щетины, что позволяет нетравматично удалить остатки пищи, мягкий зубной налет, почистить ворсинки языка, не прикладывая к этому больших усилий. Современные зубные пасты подразделяются на две основные категории – гигиенические и лечебно-профилактические. Гигиенические пасты в своем составе содержат просто пенообразующие вещества и отдушки и обладают только дезодорирующим и освежающим эффектом, не несут никакой лечебной функции. Лечебно-профилактические пасты содержат достаточно широкую группу лечебных паст
и различаются по составу. Рекомендуется современному человеку все-таки иметь в арсенале две зубные пасты. То есть с утра мы применяем пасту фтору и кальцисодержащую для укрепления непосредственно твердых тканей, а на ночь перед сном непосредственно мы применяем противовоспалительные зубные пасты. Зубные щетки разделяются на ручные и электрические. Они бывают жесткие, средней жесткости, мягкие и очень мягкие. Как и в случае с пастами, выбор зубной щетки индивидуален. Зависит от возраста, строения и состояния зубочелюстной системы и слизистой оболочки, а также задачи решить ту или иную проблему. Электрические зубные щетки сейчас широко представлены на рынке, являются хорошей альтернативой обычной механической ручной щетки. И эффективность их действия основана на том, что дозированно выбирается нагрузка, вращение рабочей части головы зубной щетки, и она оказывает выраженное дозированное действие на поверхность зуба. То есть за счет увеличения вращательного момента повышается коэффициент очистки поверхности, то есть он увеличивается в среднем в 25 раз. Менять зубную щетку необходимо не реже одного раза в 3 месяца. Кроме того, для очищения трудонаступных участков используются зубные нити или флоссы. Берется нить размером 10-15 сантиметров, наматывается на кончики двух пальцев и вертикальными движениями от десны к режущему краю зуба проводится очищение межзубных промежутков. Пользоваться флоссом и вспомогательными средствами по уходу можно, когда нет возможности почистить зубы. Хотелось бы отметить применение ирригатора. Ирригатор – это прибор, который не отменяет основную чистку зубов, а дополняет ее. Он представляет собой гидравлический насос с системой сменных насадок в виде зубных щеток. Может использоваться всеми членами семьи. Вода под большим давлением, в чистом виде, в дистиллированном, либо с добавлением процеженных отваров трав, либо слабых антисептических растворов, которые применяются при лечении заболеваний слизистой оболочки, под давлением подается и орошает поверхность зубов, все контактные поверхности, труднодоступные участки, улучшает трофику, кровоснабжение тканей. Таким образом, наряду с регулярным посещением стоматолога, здоровье зубов в первую очередь зависит от тщательной гигиены полости рта, которая подразумевает двухразовую чистку зубов после завтрака и перед сном, а также использование специальных вспомогательных средств. На этом наша программа подошла к концу. Берегите себя и своих детей, и будьте здоровы. А я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Вектор».